Доброе утро всем. Ветрюган у нас тут дует. Не знаю, слышно, как там все вообще. Но я открыла окошко немного проветрить, впустить к нам новогоднее настроение. Свет у нас выключали. Григорий вот сейчас учит кубановедение, да? Про древние города. Как называлась Германия? Аннапа. Аннапа? Гаркипия. Все, я еду домой. Антоху забрала, заехали мы до родителей. И Антоха там заснул. Это уже не первый раз. Я не знаю, почему бабушки, да, Инны с дедушкой Сашей, походу, какая-то кровать сонное царство нам делает. Вот. Я тут еду, купила мусорные пакеты специально. Там лежат коробки с конфетами детям. Завтра утренник. Завтра уже у Афони утренник, 26-го, а садик работает до 30-го, по-моему. Вот. И, ну, не знаю, как мы будем ходить в садик или нет, посмотрим. Получится один день только в пятницу тогда. А, четверг-пятница, да, два дня как бы можно еще ходить, а потом уже выходные. Дождик! А мог бы быть снег, да, если бы было похолоднее. Вот сейчас 4 градуса тепла. И дождь. Вот наши новогодние подарки в детский сад. Уже завтра утренник. Так, что у нас здесь? Два пакета для девочек. Девочек 13. Мальчиков 16. Там я на 3 пакета разделила. Чтобы было, во-первых, легче нести. А во-вторых, чтобы дождь не намочил. Так, у девочек. У всех. И у мальчиков, и у девочек. Вот такие вот на 150. Вот что я хотела сказать, что у каждого ребенка вот так вот на 150 рублей собраны конфеты. Вот. Там где-то еще должен быть чупа-чупс. Ну, в общем, какие-то вот такие вот. Я просто знаю, что всегда у нас в чай кофе свежие вкусные конфеты. И вот так вот получилось. У каждого. И у девочек капсула Лол. Вот так вот. А у мальчика вот мальчиковый подарок. У них у всех черепашки-ниндзя. Все разные там. Ну, кто-то красный, там фиолетовый. Ну, в общем, набор одинаковый, только черепашка-ниндзя сама с разными повязочками. Ну, вполне себе, знаете. Вот подарок у нас получился ребенку 400 рублей. Мне кажется, вполне себе нормально. Вот, все сложила. Сразу нужно отнести в машину, чтобы Фонька не увидел. Сейчас пойду варить лапшу, потому что еще ничего не готовила. Все голодные будут. Вот она, моя намытая машинка. Сейчас поедет, повезет меня детей всех собирать. А ну открой, я еще посмотрю. Антоха уже на улице. А тут у нас снежок, да. Мне еще растопить надо. Ага. Привет! Привет! Это моя земля! Что ты не хочешь? Я тоже могу опечатки. А я как тебе помогу? Ну не надо. Привет! У кого там Новый год? Кого тут праздник? Нарядили на вес. Ура! Еще не нарядили. Еще только начали. Ура! Праздник. Красиво. Все, давайте сюда пока положим. Дед Мороз. Шар. Концерт группы Queen. Это ж поломанные. А, это ты их что сделал? Приклеил? Папа тут придумывает, куда деть старые игрушки, да? Это гирлянда. Это гирлянда.